Я на себя ляпнул случайно. Вкусно, да? Доставка, небось, заказывала, да? Сама готовила? Ой, чё ты пить? Так, что мы тут все сидим и языками клацаем, а? Выпьем. А это мы в гостях. А это Виталик. Виталик, помахай ручкой. Посмотрите, сколько Валюха всего наготовила. Вы гляньте. А это таракан. Таракан? Все было вкусно, господа, но мне правда пора бежать. Так, все, давайте на пасашок, и я поеду. А где тут можно вздремнуть? Нихера себе ты жрешь. Ты что, дома не поел? А что это за туша рядом с тобой сидит? Твоя мама? Мама, может, салатику? Ты себя как ведешь, скажи мне? Дома поговорим, понятно? Дома поговорим. Давайте выпьем. Фух, Наташ, твоя болоньеза, конечно, что-то не зашла. Продрессался в туалете, как за целую роту. Так, господа, давайте бахнем, потому что чую второй приход. Я что-то не понял, а танцы будут? Мы должны же это, как это, жир растрясти под Стаса Михайлова, а? Давайте бахнем и погнали. Ну что, маманда, до свиданду? Да, до свиданду, маманду. Ну что, мужанду, тебе пизданду? Смысланду. Ты как с моей маманду разгованду? Ой, дороганду, новый айфонанду выходанду. Ну и что мне с деланду? Да так, просто говоранду. У меня как раз скоро день рожденанду. И? Да ёб твою манду, ты не понимаешь, да миканду. Я хочу новый айфонанду. Дороганду, ке паса? Какого хуянду ты расчесанду свои волосанду, моей расчесанду? Да я не троганду твою расчесанду. А почему волосы лежанду? Нихуянду. У меня же был Миколянду. Дороганду все порянду. Дороганду идет к Иванду Веренду. А ты не Моганду? Да мне насранду, наверное, опять твои друзьянду с Кананду. Ёбж твою манду. Ну что, пиздюканду, где моя маленькая золотанду? Папанду! Да вы вообще охуеванду! Мама, а где моя рубашка белая такая? Я ее сегодня утром постирала. Мама, теперь я не буду в тренде. Сидите, учителю надо. Слушайте, а что сегодня за предмет? Грамотейка, ты все равно ничего не делаешь, правда? Иди сгоняй меня за капучино. Так, и еще, завтра все сдаем денежку учителю на новую лестницу. На новую лестницу в школу, понятно? Мельников, 2. Но за что? Да бесишь меня. Я знаю, что все подготовили сегодня шпоры, поэтому достаем сегодня день учителя, я разрешаю. Селезнева, ты зачем трусы сняла? Шпоры туда накатала? Селезнева, 5 за креативность. Поднял. Вы там на Камчатке. Доброе утро. За все время моей преподавательской деятельности вы самый худший класс. Вот сегодня день учителя, праздник. А вы своей неподготовкой и поведением мне все настроение испортили. Я пойду бах, а точнее пойду по журналам. Девушка, вы на говно сели. Я пошутил. Меня Саша. Ну что? Может, познакомимся? У меня вообще-то парень есть. Но я не без греха. Тебе ко мне. А вы есть в ТикТоке? Нет. Падре, я нашел. Благословляю. Я женюсь. Ты такая интересная. Поражаюсь твоей красотой. Вот правда. Правда? Нет, все, бывшая ушла. Спасибо за сотрудничество. До свидания. Но нос у тебя большой. Хэштег с милой в парке. Вы в Бога верите? Нет, его никто не видел.
Ну так поздравляю, вы обладательница этого божественного тела. Время пострелять, между нами полибал. Попадаешься, ты остаешься там, любимая. Мама, ты, блядь, серьезно? Мама, это мумия? Да больше похоже, что меня отхерачил Ван Дизель. Мама, ты в курсе, что это Хэллоуин? Ночь перед днем всех святых. А не акция купить 3 штуки по цене одной. Мама, я просил костюм Дракулы. А Дракулы тут только запах. Зато мне теперь не страшно обосраться. Ты в курсе, что я даже до вечеринки не дойду? Меня по пути психушка запердует вашими с криками «Вот наш сбежавший пациент!» Ущербнее этого костюма может быть только... Да ничего не может быть ущербнее этого костюма. Да мне теперь не на кладбище возле могил стоять, мама. А возле биотуалетов. Так что? Это что, туалетка из Ашана? Охренеть, Невса, ты даже здесь сэкономила. Мама, я тебя прошу, хватит смотреть лайфхаки на ютубе. Ой, мама, твой костюм по шву рэпнул. Вспотел. Ну и кто это все убирать будет теперь? Меня зовут Дэвид Гент. Всю жизнь я искал приключения на свою голову. Келли говорила, что вы с ней работали в банке Лумиса. Нельзя упускать такой шанс. Что, ограбить банк? Все очень просто. Грузим добычу в багажник. Я заперт! И уносим ноги. Полиция называет это величайшим ограблением в истории Америки. 17 миллионов! В розыск объявлен вот этот человек. Глянь на этого рыжего ублюдка. Внебрачный сын Киркоровой и Пугачевой. Звезда голубого огонька с драными штанами. Найди мне его. В следующий раз предупреждай! Придержи свои сиськи. Что? Иногда единственный выход тупо на пролом. Что там надо, вопросы кидаешь? Да, с первого раза. Че, какой вопрос? Ну, давай обычный, да? Будет ли лям у меня в ТикТоке, правильно? Давай. Будет ли у меня лям в ТикТоке? Дубль 2. Лям в ТикТоке. Миллион в ТикТоке. Да ёб твою мать. Да ну нахуй.